əsərləri dünyanın çeşit köşələrini Qırımdan ədiyyə olaraq yollanıldı. Usta dərslərində isə binlərcə insanlar bulundu. Bu yayınımızın qəhrəmanı çölməkçi Rüstəm Skibin. Skibin 1976 senesi dünyaya geldi. 1996 senesi Samarkand şehrinde o sanat okul yurtunu ressam olup bitirdi. Ve şu yılı vatanı Kırım'a kayıtıp 4 yıl devamında 2000 senesine kadar Ahmijet'te Tavrika Keramet işhanesinde çalıştı. Bundan son ise Rüstem Bey serbest icadi yolunu başlay ve büyük muvaffakiyetlerge erişip Kırım Tatar Ressamlar Birliği'nin azası olan. Рустем Скибин чешит жумхуриет, девлет ве халхара севиеде откерілген сергелернын иштракчысы. Мамут Чурлу реберлигинде Кырым услюбу лейханын ве чатырдах ижади бирлешмесинин азасы ола. Кырымда Ахмежетте яшаган геринде Рустем Бей Элчибер яда Усталар улкесы адлы ижади устаханыны ачты ве хер истегенге оз билгилерини ачты. Эта конструкция круга – одна из первых конструкций, такая архаичная. То есть наши предки работали примерно на такой модели. Выглядела она несколько иначе, и в основном не деревянная была основа, а каменная. Здесь он немного модифицирован с учетом того, что сегодня мы можем купить там подшипники, какие-то такие металлические штуки, которые нам позволяют его намного улучшить его свойства, но принцип сохраняется тот же самый. Раскручивается он палкой, и те ощущения, которые испытывал гончар, наш первый предок, в принципе, мы их получаем, работая за таким кругом, и это дает нам понимание самой физиологии предмета, как он создается, как он строится, как его появляется архитектура. Этот круг, он и позволяет настроиться и ускорить процесс обучения. То есть ты за короткое время должен минимум техническими и профессиональными такими средствами, навыками сделать предмет. Это тебе дает такой стимул для того, чтобы это все реализовать. Рустем аға, бүгін менде бөлі бір имкәнім бар, мана қысмет олды, сіздің бөлі бір ұста дерсіңізде бұлынмақ. Бүгін сіз бізге
табах үстінде бір ресім япачасызды, бұны көстережесіз. Асыл да башта бұ табах азырлана, демек да фурунға сіз оны қоймаздан әвел, оның үстіне орнек қоймақ керексіңіз, өле ме? Для начала я подготавливаю ее на гончарном круге, либо формую в гипсовой форме, разные технологии есть. В сыром виде наношу рисунок и делаю обжиг первичный. После него я буду покрывать его глазурью, эмалью, тоже техника смешанная, и производить вторичный обжиг. И потом будет конечный результат, готовое блюдо. Я бу орнеклер, табах усынде оларнасы пейдаула. Вот сейчас я буду импровизировать с теми знаниями, которые у меня есть. Сіз әр вақыт уйдурасыз бір шелер, яда азыр бірді бір орниклерді япасыз? По-разному. Иногда, зачастую, и особенно это важно на начальном этапе обучения, это те артефакты, которые сохранились, мы их копируем, переосмысливаем, понимаем, почему именно так это делалось, почему эти линии, почему эта композиция построена так или не иначе, на каком предмете она используется. И перенося это в бумагу, ты проходишь весь этот процесс анализа. И потом ты можешь уже применить ее в другом любом материале, в котором ты будешь работать. Будь то вышивка, будь то керамика. Ну, технический прием, конечно, тот, которым ты уже владеешь. Ну, а база должна быть, конечно же, старая. Я, наверное, скажу в первую очередь, что сподвигло меня к тому, что я этим начал заниматься, это знакомство со своим учителем Махмудом Чурлу. Вот. И после этого знакомства я понял, что мое умение там, как керамиста, мое образование, которое я получил в Самарканде, оно может найти и реализоваться именно вот в этом деле, в этой профессии. Я всегда любил и интересовался народной культурой разных народов, но себя как бы спозиционировать я до конца не мог. И вот, вернувшись в Крым после депортации моих бабушек, дедушек, я понял, что вот это мое призвание, и Мамутова научил, он просто раскрыл и привил мне эту любовь к работе. И мы с ним проводили экспедиции небольшие, такие выездные, это общение с нашими бабушками, дедушками, с людьми, профессионалами, искусствоведами, те, кто этим занимается. И вот, в принципе, после тех мастер-классов и тех визитов у нас есть вот этот результат. Бенде, хачил дандерля сіз бунин оқрашасыз, бұл қачыншы сенесі еді? Это 2000 год. Первая выставка, первая работа моя. И практически за год, вот, как только мы с ним познакомились, сразу же появились первые изделия. Рустам аға, бұндан соң асылда сіз пектес остыңыз. Бұның сыры неде? Әркес мына сіздің сәвиеңізге етіп оламады. Ве шынды артық Махмуд Чурлуның янында сізді белі бір устасыз. Это, конечно, наверное, такие личностные качества каждого человека, но и понимание процессов, которые происходят, то есть понимание сегодняшнего современного мира. Что мы можем изучать, стараться подражать, собирать все, что у нас сохранилось, и на этой базе строить, но без какой-то модернизации, без каких-то исследовательских таких новых каких-то веяний. Если мы будем поступать так, то мы не сможем развить нашу культуру, что очень важно сегодня это сделать. Но при этом просто так ее развивать тоже не получится. И вот эти весы, на которых нужно взвесить и найти вот эту середину и прошлого, и будущего, наше настоящее, оно таково сегодня. Рустам аға, ясы да бұл санатқа авес, о кімден сізге келді? Вене үшін сіз бозыңызны мына бұл сада қордыңыз? Привить, я думаю, это сложно, потому что это у нас внутри, это от Всевышнего, это можно только там где-то полить, где-то удобрить и дать ход этому. Вот это учителя наши, конечно, это наши родители, сама земля,
То есть это все вот способствует для того, чтобы ты начал реализовываться. Конечно, это генетически, оно, наверное, присутствует, потому что по отца линии были мастера, часовой мастер мой дед покойный. Отец занимался деревом, резал и просто конструировал мебель хорошо очень. По маме парикмахеры известные на южном берегу Елабойские. Бер-бер-лер. Да. Умение, терпение и скрупулезность в работе, она передалась мне. Машалла. Ве иште бу сабыр, ве ос ишины севмек, мана бу асада муафакиятын сыры будыре. Это симметричная композиция, семейное древо, которое будет нам говорить о пожелании блага, достатка во всех его проявлениях этой семье, в котором оно будет присутствовать. Мына сіз ожаңыз ақында айтыңыз, ама асыл да өзіңіз де енді бұйық бір ожа олдыңыз, чөнке сізді пек чоқ талебелеріңіз бар. Ләкен дірсілер алмақ бір, ама бұндан сон бұй ішіні девам етмек, бұй енді башқа. Мына сізің талебелеріңізден бүгінді бүгін чөлмекчілікнен керчектен де профессионал сәвиесіне кетірмеге тұрышқан бір инсамлардан кімні сіз қайдеттер едіңіз? Много ребят, если говорить о керамике, Адер Абибулаев, гончар, это мой брат, и мы с ним, в принципе, начинали, я очень благодарен, что мы с ним вообще это начинали все делать, вот вся эта база строилась. Эльдар Гусенов, известный керамист-гончар, очень талантливый дизайнер, который нашел себя в этой работе, в этой профессии керамиста. Это ребята, которые просто проходили, обучались орнаменту. Зубир Кадризадре, Фериде Куртмамедова. Много ребят проходило. Это, я говорю, те, кто сейчас профессионально занимаются этим. И что, вы будете с Оларахом Дабыля гурурни на этом конкурсе? Конечно, да, я не скрою это. Так оно и есть. И самое сложное, самое страшное, что произошло наше, это потеря преемственности. И как раз-таки вот эта преемственность, она и есть, когда у тебя есть учитель, когда у тебя есть ученик. Нанесли основные массы, примерная их форма, характер. И сейчас будем этим инструментом, остро заточенным металлическим, прочерчивать графически рисунок линейно, для того, чтобы потом запомнить. Я у Олетны Сосузыныз яптыныз? Да. Я не буешь ищу на детлер, а сода сатылам, я да более уста узу япмах керек. Комплектующие в продаже, а так все это собирается отдельно, модернизируется. Например, вот эту кисть мы сами придумали, ее нанесли для того, чтобы смахивать. Так ее не использовали. Соответственно, с новейшими современными технологиями победитовый наконечник. Вот, но наши предки пользовались другими предметами, которые быстро выходили из строя. Конечно же, тогда этого металла не было. Вот, приступим.
сіз Әлчебер ижади студиясыны тешкіл еттіңіз. Міна бұның ақында да бір тариф етіңіз. Та школа, то наше наследие, которое у нас есть, и оно на генном уровне, да, у нас уже присутствует, оно является базой, и современная технология просто разработана и в течение большого времени проработана. Поэтому оно стало вот таким, в таком виде. И сейчас даже наши художники, ребята, которые начинают сами себя проявлять, в них чувствуется свое лицо при этом. То есть от этого тоже никто никуда не уйдет. Авторство, исполнение и характер рисунка отражается самим художником. И Әлчебер сейчас, ну вот, на сегодняшний день уже переросла в такую некую общественную, ну, на самом деле это общественная организация всеукраинская, и мы расширили немножко свои рамки уже работы, не только как художник, но и как общественные деятели работы в сфере культуры. Я насла асада махсатларугу наздатура ве насла вазифилерсис беджересис бугу. Ну, если сказать в одном предложении, это популяризация и создание имиджа крымско-татарского искусства и культуры. Это проекты, связанные с построением пространства. Это стежка, тропинка, это наш путь, наша дорожка, по которой мы идем, и она нас как бы сопровождает. И вот эти зрительные образы наши родные через орнаменты крымско-татарские, украинские, мы оформляем города. В той или иной теме мы выбираем концепт определенный, и в каждом городе мы находим что-то интересное. Ну, так, маленькая часть. Организация выставок. Мы в месяц проводим 2-3 выставки. Рустам аға, сергелерге келгенде, асылда бұны да сұрачақ едім. Сіз пек чоқ сергелерде іштірақ еттіңіз. Мына олардан қайсы бірлері сізін үшін ән мұйым олды? Любая выставка, которая проводится на международном уровне, за пределами той страны, в которой проживает художник, это очень интересно и здорово. То есть вот то, чего нам не хватало в Крыму, вот этой преемственности, о которой я говорил, то, где мы не можем увидеть взаимоотношения мастеров между учителем и учеником, те технические приемы, они сохранились в других странах, наших соседних, которые очень близки культурно. Ну и вообще, как бы технология, она на 80-70% похожа во всех сферах. Вот, вот эти фестивали, Оман, Турция, Литва, Польша, они вот, мы там находили то, что мы не могли найти в Крыму. Это очень запоминается. И, конечно, последняя выставка в Крыму крымского стиля, где мы показали все достижения за те 15 лет, которые мы проработали. Эвец, о вахыцыз да озышлерны знан, да, ну маешеткен едыныз. Ве мына бу ишлер сырасында, бу еллар девамында япхан ишлеріңізден ән мұйымы қайсы бірі? Для меня очень ценны предметы, которые мы смогли найти форму, смогли найти название, которое забывалось, и там благодаря, например, одной бабушке, которая его помнила, назвала, и мы потом нашли подтверждение, например, в литературе. Вот этот предмет, он очень дорог, он очень важен. И вторая – это монументальные какие-то работы, которые находятся в известных там культурных местах. Джеваль, вот он базар, работы представлены, панно. Частные интерьеры в стиле крымско-татарском, панно. Последние джами, построенные Рисулин Вильяем Карасу базаре, панно. И, кстати, последнее панно уже было сделано в Крыму без меня. То есть это уже база, как бы мои... Не хочу говорить ученики, мои коллеги вот, реализовали это все. Я закончил гравировку. Сейчас у нас нанесен рисунок. И все эти фрагменты мы будем заполнять с такого инструмента резерв. Глазурью и эмалью. Я работаю в разных техниках с разными материалами. Но перед тем, как заполнять, нам нужно было это блюдо обжечь. Это первичный обжиг называется.
после обжига наносим. Мы не будем ждать долго и сделаем это сейчас для того, чтобы просто понимать, как это происходит. Можно и на сырую, можно и на обожженную. Вот. Глазурь – это тонко-тонко перемолотое стекло, которое после обжига становится твердым, то есть остекловывается при термической обработке. При высокой температуре порядком 1050-1100 градусов. Этот инструмент тоже модернизирован, это современный. Раньше работали из рога. Причем рог был коровий, а не бычий. Коровий рог, он более тонкий, большой, и его конец очень легко просверливается. Угу. Обычай маленький, твердый и практически не имеет резерва внутри. Со более летним начало что нужно? Да. На мастер-классах, на таких, где нужно продемонстрировать аутентичность, я демонстрирую. Вот очень важно, чтобы эта глазурь не соединялась сегментами с другой частью рисунка. После обжига появится дефект. То есть эта линия, она нам разграничивает смешивание глазури. А сада мебек мирахаться, мунку менде бро более бахаем насла бу я фала. Мену на чеки ему зумее. Ве у пекте с хуруе. Хай собер ерны я пойму, может кучу бурси. Одной рукой придержать блюдо, сделать наклон. Я буду у нас тут мага. Почувствуйте сами. Бисмилля. Возьму чемоки. Новые ощущения, новый материал. Не всегда сложно. Но хорошо получается. В течение года в среднем можно научиться очень хорошо произвольно исполнять. Воздум гадва, все кечто менде. Это подчищается, то есть это можно... Рахла. Да, аккуратно. Ола мы сізде более кемерде чихамы сізде? Яда инде сіз артық ухадар или ныз усталық нем буешны япа бозмайп япасыз? Яда кемерде сізде да ола? Это даже интересно, потому что интересно тем, что художник может из дефекта сделать эффект. Вот. При этом этот дефект может направить и сделать совершенно какую-то новую композицию, новую изюминку, придать какой-то новый характер композиции. И произвольное владение – это просто наслаждение для мастера. Буйрум, сіз девам етіңіз, чүнкі мен бақтым пек мирахлы, лакен бұны өбет бежірмек үшін өгренмек керек, елінде бір тәжірбе олма керек. Любое дело, оно требует усидчивости, требует практики в первую очередь. Яларыны топлайсыз. Ин кыйметли сувелары кайсы бирлери? Самое ценное – это керамика для меня, как для специалиста. Там они, как бы, предметы могут быть в плане финансовом, они недорогие. Но вот в культурологическом, в историческом плане они очень дорогие, потому что за каждым из этих предметов есть огромная история, огромное мировоззрение, понимание. И через вот эти предметы они являются, наверное, даже частью меня, частью народа, потому что через них мы становимся теми, кто мы есть. То есть это такое самосознание и самоидентификация. То есть любой народ, он состоит из таких пяти условных элементов, которые его формируют. Это вот отношение к внешнему миру, это земля, воздух, море, горы,
Это внутреннее отношение, это религия, наша духовность, это культура, это медицина и язык. И вот, если мы один из этих элементов будем убирать, то мы начнем пропадать. И вот эта материальная культура, она очень важна для нас. Поэтому моя задача ее сохранить, изучить и передать. И я собирал не как собиратель, а больше как исследователь. Например, у нас есть предмет куза. И есть кассе в кадиаскерских записях в Кефе. Записано, что были целые кварталы косигеров и кузагаров. Это говорит об огромном нашем пласте культурном, об практически индустрии на то время. И те предметы, которые делались, они говорят о том, что мы обладали высоким технологическим уровнем, во-первых, и культурным в плане кухни, в плане строительства, потому что это все присутствует в нашей жизни. И это датировано теми веками. Вот, и оно дошло до нас, и слава Всевышнему, что оно сохранилось еще в памяти у нашего народа. Рустам аға, асода сізнім еркес, мына бұл тахиеңіз мен танымақ мүмкін. Бір тариф етіңіз ұнақында, бұл асыл бір тахие. Дене үшін сіз әр вақыт баш киімінен бересіз? Такие – это подарок моего хорошего друга Азиза. Ну, это такой образ, который становится узнаваемым. Это то, что является частью нашей культуры. То есть через этот маленький элемент я себя позиционирую, я себя ощущаю крымским татарином. Как бы внешние вот эти проявления, события, они не оставляют нас в стороне. Қырымда бұл сонки вақиялар юз берген сон, сіз Киевге келдіңіз. Вешінді де сіз Киевдесіз, ве мында өз үшіні девам етесіз. Мына не бұна себеп олды, ве бұл сіздің ижадыңызға насыл тесір етті? Да, это сложно. Конечно же, причина является то, что та свобода, и то проявление, и то становление, которое я делал в Крыму, оно сейчас нарушило мои планы. То есть я не могу проявлять, я не согласен с тем, что происходит, и вижу как бы реализацию задуманных планов, ну, на сегодняшний день на материковой части Украины. И сегодня нам нужно работать с диаспорами, сегодня нам нужно работать с теми людьми, которые находятся за пределами Крыма, создавать имидж, создавать базу для того, чтобы у нас была возможность сохраниться. Конечно же, сложно без воздуха, без земли, без моря, без дома находиться в таком состоянии постоянного движение пути, если ты не ощущение, что ты сидишь в безопасности и все хорошо. А мабу йол ватанха хайтмах йолу, Елена? Эта дорога только ведет, и все наши действия, вся наша работа на это направлена, чтобы вернуться в Крым, вот, и чтобы Крым вернулся крымским татарам. Рустам аға, Аллах сізге бұл үшті ярдымжы олсын. Аллах сізге саулық берсін, тәліпелеріңіздің сайысы әп артсын. Өз мақсатларыңызға етіңіз. Ве бұзер ватанымызда сізге ижат етмеге Аллах қысмет етсін. Сау олыңыз. Сізге сау олыңыз, чоқ сау олыңыз. Санат есірі бұл башта бір гонул есірідір. Чүнке янымызда олған юзлерге, бинлерге гонуллер санат әлемінде яшап, бізлерге гүзелік бағышлайлар. Келіңіз бізді бұл гүзелікні көріп яшайық, чүнкі инаныңыз, ол біздің яшайышымызны яраштыражақ.